Нам не программа нужна, нам нужно дело делать. Дело. Время вот этих политиков в ящике закончилось. Сейчас приходит время политиков дела. Ни одного представителя коренных народов России, исповедующих ислам, на улице на это нету. Это все мигранты. Это чужаки, которые будут нас убивать. Иммиграционный вопрос. Ну как мы можем? Да вот так. Соберем все в кучу. И по домам. А где же, скажет Раковский, ах ты какой жестокий. Всех по домам. А где же дружба народов? А дружба народов, когда все таджики в Таджикистане, узбеки в Узбекистане, азербайджанцы в Азербайджане, киргизы в Киргизии, и мы дружим государствами. И мне когда говорят, а где кадры брать? Иван Александрович, вот они кадры, настоящие сильные кадры. Только они нахрен никому не нужны. Нужна сволота всякая, которая вот и творит вот это вот беззаконие. Добрый день, дорогие друзья. В гостях у нас Иван Александрович Отраковский, капитан вооруженных сил в отставке. Привет, Иван Александрович. Павел, приветствую зрителей. Ну, собственно, к сегодняшней беседе подтолкнули наши подписчики, которые задают некоторые вопросы. Иван Александрович, как там подготовка к избирательной кампании? У нас в марте выборы. Уже пора что-то делать. Какие планы? Павел, ну, как всегда, мы действуем по своим силам и даже сверх. Ты знаешь, мы не государственная структура, мы не оппозиция системная, мы не олигархи, нас никто не спонсирует. Мы идем от народа. Поэтому по своим силам сейчас решаем главную задачу, главную, это работа на узнаваемость. Я считаю, это главнейшая задача. При этом, конечно, не забываем о помощи людям. Да, мне говорят, что Иван, не размеривайся на мелочи. Зачем тебе? Нужно более глобально там мысли делать. Я говорю, мы глобально уже навиделись. Вот эти, что сверху, они там глобально делают, не замечая обычных людей. Если мы бросим просто людей в своей в их беде, да, а беда – это наше общее, что творится с простым человеком, там, семьи многодетными, ветеран боевых действий, то зачем мне туда идти вообще? Зачем? Вот, поэтому первое, работаем на узнаваемость. Договариваемся на стримы, которые будут на следующей неделе, дай бог, дважды в неделю. Договариваемся с различными патриотическими площадками выступать почаще, да. Нам прописывают программу, уж более уже, так скажем, емкую, да, подробную. У нас есть программа, она есть. Нам говорят, дайте программу. Я говорю, да вот программа, она такая общая. Я говорю, если я сейчас дам программу на 100 страниц, вы ее читать не будете. Ну дай программу. Нам не программа нужна, нам нужно дело делать. Дело. Людей не по даже программе. Программ много. Толку от них. Толк. Дело, как мы там уже говорили, время вот этих политиков в ящике закончилось. Сейчас приходит время политиков дела, которые реально своими делами доказывают способность организовывать людей, да, вести за собой, делать реальные дела. Помощи людям в том числе. Вот и все. Следующий этап – это штабы, которые мы также… Они у нас уже есть, и были, и есть. Только в разном состоянии, да, где-то люди более активные, где-то они более пока что в таком состоянии больше, ну, когда занимаются больше своими делами, переписываются, обмениваются информацией. Но когда наступит время, соответственно, они будут задействованы в нашей предвыборной работе. Мы к этому готовы. Встречаемся, что самое важное, с политиками различного, как бы, да, толка в том числе. Вот там с Сергеем Удальцовым встречались. Абсолютная поддержка от него. У меня к нему абсолютная поддержка. Вот, и, соответственно, опять же, в необходимый момент, я думаю, что я надеюсь на это, что политические лидеры, общественные деятели проявят разум и начнут объединяться, соединяться в единую команду. Потому что мы говорим, что если мы сейчас проспим, проленимся, русский рубеж 2024, 6, все, не будет никаких больше 6 лет. Они начнут так зажимать все. И на фронт вас погонят массово. И законы они там такие принимают, что вы даже сдать не сможете. Вот, в том числе в плане цифровизации, биометрии. Все.
Никакой свободы слова. Сейчас они еще миндальничают, потому что это все перед выборами. Им нужно еще показать такое, как бы, лицо демократии. А потом забудьте про это. То есть ты после выборов предполагаешь, может быть, просто страшное? Весной после выборов уже в стране могут быть страшные перемены. Абсолютно верно. Абсолютно. Вы посмотрите даже по Чечне, по ситуации в Чечне. Журавеля, опять же, неважно о совершенном им преступлении, да, по закону, дайте ему любой срок, любой, люди примут. Он совершил преступление. Реально, он не то, что даже сжег Коран, он подтолкнул за финансовое заграждение мусульман на атеистов и православных, когда разгорался момент... Ну, реальное разжигание межнациональной розни, да. И все бы сказали, да, мы согласны, дайте любой срок, но по закону его отводят в Чечню, его там избивают, хвастаются этим, на камеру выставляют, дают 15-летнему пареньку, который проявил слабость, я считаю, слабость реальную, вот избивая человека, который не мог ему ответить, ему дают героя за это, Чечне. Понимаешь? И все сглатывают. Вчера там депутат от «Единой России» в Татарстане сказал, что это неприемлемо. А потом глава Татарстана сказал, что типа мы не считаем, это его личное мнение. И в итоге депутаты... Уже удалили все, да, и... да, да, да. Да, ну вот, понимаешь, о чем дело? Вот эти вот беззакония, это происходит в нашем государстве. Какое оно правовое. И, соответственно, вы увидите это и в дальнейшем. Через дня проходит огромное количество дел в России, когда полиция либо крышует, либо закрывает глаза на преступления мигрантов в том числе. Это на преступников. Ну, это как раз сейчас свежая история из Самары, главное, нашумевшая. Да, да. Когда, когда даже губернатор говорит, ну, мы как-нибудь тихонько это все разрулим. Ага, и его мат-перемат, там какой-то сопляк, его там это, понимаешь? Это какой-то бытовой конфликт. А когда его там, прости господи, обложили, малолетка какая-то, понимаешь, он, мы это решим втихую. Ну, что он сделает? Ну, проверяем втихую его родителей, депортируют, и все. Понимаешь, а миграционную составляющую он решать не будет. Указка у него другая. Указка. Поэтому... То есть, по-хорошему, да, чтобы вот каждое такое событие должно быть поводом для воздействия государственного масштаба по всей России сейчас, там, 2 недели, например, усиленные проверки всех мигрантов, тысячи нелегалов, пойманных, депортированных, и в следующий раз, когда кто-то будет вообще залупаться на девушек, на одноклассников, на учителей, на губернатора, на полицию, их свои же должны за руку хватать и говорить, ты что делаешь? У нас будут проблемы из-за тебя, чтобы они хоть как-то внутри своей общины порядок наводили. А то они говорят, нет, мы не можем их трогать, это же дети, это просто дети. Паша, а ты знаешь, как это все, цепочка логическая происходит от избиения Журавеля к событиям с мигрантами? Очень просвещай просто. Нас. Давай. Да, когда где-то год назад я, или сколько, ну, около года назад ехал в такси, вез меня, по-моему, узбек, таксист, и, соответственно, опять же, ну, так бывает, они со мной разговаривают, и они заговаривают, и русские таксисты, ну, по-разному, да, бывает, то есть люди различных национальностей, вот, и он говорит, представляете, глава Чечни своих детей послал на фронт. Я говорю, уважаемый, я же как военный скажу, это неправда. Но это съемки, где-то что-то. Это не передовая, это не линия боевого соприкосновения. Да уж, пропаганда умеет промывать мозги. Сколько такого рода историй мы уже наслушали за последнее время? Якобы и сын Пескова воевал в ЧВК «Вагнер», правда, после известных событий, после мятежа об этом поспешили забыть. Дети чиновников, дети депутатов, все на фронте рискуют жизнью, становятся героями. Мы же взрослые люди, мы же с вами, друзья, понимаем, что это все шито белыми нитками. Очевидно, что дети элитки живут совершенно не такой жизнью, как простые россияне. А для простых россиян очень мало возможностей выбиться к высоким зарплатам, какому-то положению в обществе. Социальные лифты практически не работают. К счастью, есть совершенно реальный путь – сфера информационных технологий.
Сейчас государство предлагает кучу преимуществ представителям сферы IT. И если вы мечтаете сменить профессию, заниматься интересным делом, зарабатывать хорошие деньги, я рекомендую вам войти в сферу информационных технологий вместе с Geekbrains. Именно эта онлайн-платформа имеет государственную лицензию, гарантирует трудоустройство по договору, обещает вернуть деньги в случае неудачи и предлагает программу осознанного выбора профессий. Сначала все студенты изучают общую необходимую базу, а потом без спешки спокойно выбирают одно из направлений. Программист, тестировщик, аналитик данных, продакт-менеджер, проджект-менеджер. И в случае сомнений вы сможете абсолютно бесплатно поменять направление уже в процессе учебы. На программе вы получите актуальные и востребованные на рынке труда знания и навыки. Никакой воды, никакой шелухи. У вас будет наставник, который поможет разобраться с практическими аспектами, ответит на сложные вопросы. Уже во время обучения вы будете проходить практику в одной из компаний-партнеров, решать реальные, конкретные практические задачи. В результате к концу обучения у вас накопится целое портфолио реальных кейсов, которые вы сможете предъявлять своему будущему работодателю. Именно поэтому многие студенты находят работу еще во время обучения и начинают окупать его, зарабатывая реальные деньги. И самое главное, в Geekbrains уже стартовала Черная пятница. Скидки до 71% и год обучения английскому языку в подарок. Таких цен не бывает никогда. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании, врывайтесь в мир цифровых профессий. И тем более никаких там пленных они брали. Это все сделано на камеру. При том, что любой военный понимает, что это просто кино. Но как-то это колышет того же самого Рамзана Кадырова. Нет, все его действие направлено на мусульман, которые в том числе и приезжие, которые находятся сейчас в России. То же самое Журавелев. Ему по барабану на все общественное мнение российского общества, наплевать на то, что скажут какие-то чиновники, наплевать. Его действие направлено на мусульман России, которые становятся все больше за счет не коренных народов России, да, а за счет приезжих сюда, которых сознательно заводят массы. И мы видим уже Аленка там халяльная, мы видим, что на купюрах снимают кресты полумесяца. Это все ведет к этому, к единому плану. И элиты, в том числе, значит, исповедующие ислам, знают и знали о данном плане, что так и будет. Вот и все. А что я говорил раньше, что представители Чечни, чеченского народа, это в иерархии генералы, дагестанцы – полковники, значит, азербайджанцы – это капитаны, майоры, а дальше это уже пехота. Таджики, узбеки, киргизы, там, казахи – это пехота. Понимаешь? Это сделано все эти моменты на как раз мусульман. Это первое. И второе – на как раз чиновников России. Показывая, что чеченцы могут делать все, что им заблагорассудится. И закон им не указ. Вы либо нам подчиняетесь, либо у вас будут большие проблемы. Видишь? Сразу двух зайцев. И поехали. Смотри, ну если тебя даже таксисты узнают, начинают с тобой заговаривать, наверное, узнаваемость у тебя высокая? Не такая, Паш. У меня узнаваемость от 5 до 7%. Это мало. Нам нужно догнать хотя бы до 60-70%. Понимаешь? Да, и метро тоже узнают. Но, допустим, 3-4 человека. Этого мало. Мало, понимаешь, если мы говорим про выборы. Поэтому опять сейчас вернемся к тому, что обращаюсь опять же, да, то есть к нашим товарищам, кто нас поддерживает. Кто не хочет, чтобы страна рухнула в пучину беззакония, не хочет, чтобы нас, русских, и представители коренных народов России, которые хотят жить с русскими по-братски, чтобы был един закон для всех, чтобы не забирали нас, наше имущество, не забивали наших детей, не выкидывали нас, не заставляли принимать какую-либо веру, там, религию, да, которую мы не хотим, под угрозой смерти, что вполне возможно в будущем и будет. Мы же видим, что реально приезжают радикалы, крайне радикалы. И по любому щелчку какого-то радикала, да,
имеющие там какой-то духовный сан, все они побегут с ножами резать неверных, забирать имущество. И имамы, которые являются настоящими, исповедуют традиционный ислам, они ничего делать не смогут. Потому что будет вот это вот стадный инстинкт. Впрочем, да, напоминаем, что коренное население там, Татарстана, Башкортостана, традиционный для России ислам, они очень страдают от тех же узбеков, таджиков и киргизов и так далее. Причем в государствах Средней Азии ношение того же никаба, паранджи строго запрещено в общественных местах. У нас как раз те самые радикальные элементы собираются. Но это вообще удивительно. Вот с Израилем такая же во многом история. Наиболее ортодоксальные евреи, вот эти вот с пейсами, да, в этих шапочках, которые, они против израильского государства. Им не нравится эта власть, потому что она недостаточно верующая. Паша, более того, я тебе скажу так. Значит, они отказываются защищать свое государство. Вот, да, у них реально там по 5-7 детей, но они не воюют, они оружие в руки не берут. Ладно, давай возвращаться к нашей ситуации. И вот, да, еще, смотри, такая ситуация, то, что сейчас тоже, значит, показ, да, типа говорят, у нас достаточно мечети. И вот стоит девушка-мусульманка, Москва, и, значит, мусульманский праздник, да, и вот их прям огромное количество, улицы заполнены. Она говорит о том, что... Ребята, ну какие, парни на улице, вон они стоят там, да, молятся, праздник свой, вот. Как мечети, типа, хватает? Так я скажу, что ни одного представителя коренных народов России, исповедующих ислам, на улице на это нету. Это все мигранты, все чужаки. А вот те, которые являются нашими братскими народами, коренными, они как раз в мечетях и находятся, им хватает этого. Хватает. А вот это все, толпа, это чужаки, которые будут нас убивать. И если ребята, которые уважают и любят русских как братьев, скажут против, им также отрежут головы, как предателям, когда они будут вступаться за русских людей. И дагестанцы в том числе это понимают и высказывают, и татары в том числе также свое мнение об этом, понимаешь? Так вот, Паш, вернемся к тому, что же сделают... Да, что же мы сделаем первое, о чем мы с чего начинали по поводу там губернатора Самары? Это честные выборы. Честные выборы, чтобы не руководство назначало сверху своих ставленников, а народ в открытую голосовал и продвигал своих лучших представителей. Вот в чем заключается. Это первейшее должно быть, первейшее. Честные выборы. И когда люди сами же, как слово второе, честное выбор, народовластие, они начнут продвигать лучших людей, так эти лучшие будут их защищать. И продвигать, как мы говорим с тобой, инициативу народную снизу вверх до власти. А потом третье – это выборные судьи. Опять честное судейство, непредвзятое судейство, справедливое судейство, а не по звонку посадить, законопатить. Понимаешь? Это третье важнейшее. А четвертое важнейшее – это возврат недр наших. Потому что мы говорим, ребята, откуда же мы денежки возьмем? Да, пожалуйста. Вот откуда. Наши деньги вернем. Это наше все, что внизу. Только нужно их не тупо, как сейчас, просто зарабатывать деньги, их продавая, а перерабатывая в конечный продукт. Все. На землю людей. Пожалуйста, у нас земля-матушка такие дают плоды, что мы прокормим только себя здоровой пищей, но и полмира. Вот откуда все начинает вытекать. Иммиграционный вопрос. Ну как мы можем? Да вот так. Соберем все в кучу и по домам. А где же, скажет Раковский, ах ты какой жестокий, всех по домам. А где же дружба народов? А дружба народов, когда все таджики в Таджикистане, узбеки в Узбекистане, азербайджанцы в Азербайджане, киргизы в Киргизии, и мы дружим государствами, в том числе ездить друг другу в гости, обменить культурным опытом, как туристы. А что еще сделать? Экономические связи, совместные предприятия. Пожалуйста, вопросов нету. Сюда ехать не надо. Мы не прёмся, пожалуйста. Если хотите приехать, визовый режим и трудовой договор, как мы с тобой уже не раз говорили. Все четко, все красиво, все прекрасно. Хорошо, Иван Александрович. Приятно, что ты
постепенно втягиваешься в эту предвыборную риторику, и я не спрашиваю тебя, а ты сам как бьешь копытом в нетерпении рассказать, как ты видишь будущую Россию. Меняешься на глазах. Слушай, вопросы поступают по поводу ветеранов наших. Здесь официальные цифры прозвучали, рекордные там 54% с ампутациями. Продолжается поток жалоб по теме того, что не платят людям деньги, особенно бывшим вагнеровцам, бывшим добровольцам, да и кадровым военным и мобилизованным, и уже договорились до того, что Рогозин предлагает, давайте дадим людям возможность подписать контракт на полгода. Но вообще-то, когда людей изначально призывали, и мы обещали, что это будет полгода или год, а потом уже сказали, что будут отсюда и до обеда, до конца специальной военной операции, будете воевать, служить. Ну, короче говоря, люди чувствуют, что их кидают. А с чем сталкиваешься ты в общественной работе? И чем занимается фонд, который возглавляет племянница Путина, который сейчас разъезжает по регионам и рекламирует себя любимую? Расскажи вот эту вот тематику. Паш, просто вот я думаю, что у племянницы Путина надо было создать приемную личную. И лично, чтобы к ней шли люди, как ко мне идут. Массово, чтобы она прочувствовала на себе всю боль людскую. Да, они открывают филиалы по всей России. Да, они получили триллион, ой, сколько там, миллиард, 300 миллионов, значит, 300 миллионов, да, миллиард с лишним потратили на собственные зарплаты, открытие офиса и тому подобное. Да, говорят, это первый этап, чтобы создать структуру. Но напомню, давай на с этого, что любой фонд работает на себя, на сотрудников от 0% до максимально 20%. Все остальное идет как раз по теме целей и задач самого фонда. И само название «государственный фонд» звучит дико и глупо. Как это государственный фонд? Должна быть система, должна была создать, соответственно, отдел по помощи и реабилитации военнослужащих. Не только СВО, а на что? В Чечне, что ли, никто не воевал? А в Грузии не воевал? А в Сирии не воевал? А Донбасс не воевал? Ребята, это на Донбассе не воевали с 2014 года. Подождите. Понимаешь, почему только СВО? Это первое. И второе, вот эта структура и должна обеспечить была работу сотрудников этого аппарата для действенной помощи военнослужащим и их семей. Но что я вижу? У человека тяжелое ранение, а ему врачи говорят, слушай, ты реально годен только что ходить по улице. Даже не бегать, не заниматься даже там страйкболом. Это тяжелые увечья. Но я не могу сделать ничего, потому что приказ, если ты отправляешь на фронт. А что то есть до последнего, да? Да. А я тебе говорю, да. Потом парень из Луганска приехал, с мамой тут плакали у меня, понимаешь? О том, что он, значит, полежал в госпиталях больше года. Весь пораненный в осколках. Нога волочится, рука перебитая, правая перебитая. Понимаешь, там кость не срощена, несколько раз сломали. Заново, там, понимаешь, восстанавливать. И его туда, на Луганск, значит, на, чтобы он сделал отметку, соответственно, значит, о прибытии в часть. Там должны сделать ВВК. Его забрали в расположение без всякого, соответственно, медицинского обслуживания. И потом приехал там на побывку, там, по-моему, на день домой на два. И она мне сняла видео. В каком состоянии он находится. Ему не делали ни перевязок, ни смазывали, там, ни мази, ничем. Понимаешь? И ВВК, скорее всего, его признает годным. А у него на 8 февраля, по-моему, да, по-моему, на 8 февраля назначена следующая операция. И вот этот период, у него реабилитационный, блин, период между операциями, суки, ему нужно отдыхать, понимаешь? Чтобы он не умер, блядь, не стал инвалидом.
А его сейчас туда опять, блядь, он сейчас опять в части. Понимаешь, мать звонит, что делать. Говорю, пиши заявление о том, что командир части, что по, значит, о том, что он физически не в состоянии находиться в расположении, чтобы он реабилитацию проходил дома, блин, до операции Бурденко, по-моему, или Вишневского. Понимаешь? И вот это видео мне прилагал, я его выставлю, блин, чтобы по башке эти скоты, блядь, получили. Слушай, вот а до Цивилёвой достучаться нереально? Она-то чем занимается? Подожди, там же нереальные бабки. Там же нереальные бабки вбуханы. Он не бегал, Паша, он не бегал. Он не бегал. Понимаешь, он пошел на войну, как местный житель. И такое отношение. Другие же смотрят, скотское отношение. Вот его она должна, племянница, принимать, блядь, мамой. Потом другой вчера у меня был житель Харькова. Родился в Казахстане, родители жили, ну, потом переехали в Харьков. Значит, в Харькове там жил, да? С 15-го года ополченец, 16-го доброволец, получил ранение, инвалид, значит, третьей группы. Ветеран, удостоверение ветерана боевых действий, 16-й награды. Приходит ко мне, говорит, Иван Александрович, а мне в МФЦ отказали принятие документов на гражданство. Я говорю, что, у тебя гражданства до сих пор нет? Нет, он говорит, меня несколько лет уже мурыжат. Говорит, я встал в очередь, говорит, а у вас есть контракт 2022 года на год с Министерством обороны? Говорит, нету, я же инвалид. Мы вам помочь еще не можем. Идите. То есть еще раз, ветеран спецоперации, Паша, даже не гражданин. Паша, слушай, да, он до сих пор у него паспорт Украины. Послушай дальше, за ним 15 узбеков. Он говорит, ты знаешь, давай маленькая вот буквально пауза. Когда мы такие вещи обсуждаем, мразота из украинских пропагандистов берет отрывки и потом рассказывает, вот, россияне там вкусили, теперь знаете, что такое там верить Путину. Мы-то знаем свои проблемы. Украинские пропагандисты, вы расскажите о том, как у вас там проходит мобилизация, как вашим простым пацанам делают ампутации, выплачивают похоронные, как там женщины выходят и спрашивают, почему наши мужики по полтора года числятся пропавшими без вести, лишь бы государство не платило им гробовые. Ну, короче. Короче, ребята, вот кто там пропагандисты, я скажу так, убивает нас обоих. Одна и та же сила, темная и черная, использует, убивает и в такие условия, блядь, швыряет. Поэтому здесь Павел абсолютно прав. Значит, ситуация дальше. И вот 15 узбеков стоят. И им говорят, так, вам говорит туда, вам туда, тот кабинет, такую-то справочку надо получить. А он говорит, подождите, а это что, контрактники Министерства обороны? Они ухмыляются, понимаешь? Он говорит, мне так обидно стало. Более того, немалую часть до СВО, огромное количество людей, вот этих вот наших ополченцев, передали, депортировали на так называемую Украину. Огромное количество добровольцев только потому, что у них закончился срок регистрации. А твари, суки, им не предоставили автоматическое гражданство за то, что они воевали. И нам говорят, подожди, что значит депортировали на Украину? Как это? Вот так, депортировали на Украину, чтобы они их там убили нахер, блин. Подожди, я не понял. Давай в деталях. Как? Вот так вот. У человека... Соответственно, по закону, он должен был быть 90 суток здесь, 90 суток дома. Он гражданин Украины. 90 суток прошло, регистрации нету, закончилось. Все, его нахрен, блядь. А там его под руки и в тюрьму. Подожди, то есть есть такие случаи, конкретные примеры? Да. Подожди, а этим прокуратура занимается? Какая прокуратура, Паша? Ну, наша. Но это было до СВО, это не сейчас, это было до СВО. Это было до СВО. Понятно, я уж подумал, что это сейчас происходит. Мне сейчас что делать? Мне куда деваться? Вот у меня сейчас скоро будет закончиться, значит, соответственно, регистрация. У меня патент взял, чтобы работать. Его на работу не брали. Его не брали на работу, потому что у него украинский паспорт.
человек достойнейший, он не пьет, он не курит, ведет здоровый образ жизни, он воин настоящий. И мне когда говорят, а где кадры брать? Иван Александрович, вот они кадры, настоящие сильные кадры. Только они нахрен никому не нужны. Нужна сволота всякая, которая вот и творит вот это вот беззаконие. Ты понимаешь, что реально происходит? Он не один такой, таких огромное количество. Слушай, ну, все-таки, а фонд официальный, на который выделены огромные деньги, они обещали, что будет создаваться система психолога, психиатрической реабилитации, ресоциализации. Я что-то такого вообще не слышу, чтобы реально какая-то шла работа. Ну вот, они чем вообще заняты? Я тоже не слышу. Я не слышу. То есть там говорят о том, что должны проводиться реабилитационные какие-то эти социальные выплаты, значит, сбор документов, реабилитация, значит, бойцов. Я этого вообще работы не вижу. Да, возможно, какие-то справки помогают добыть. Да, пытаются там, добывают справки, значит, с воинских частей о том, что в самом деле военнослужащий проходил, значит, принимал участие на так называемом СВО. Но подождите, а что там военкоматы делают и воинские, значит, отделы кадров воинских частей? Подождите, если человек справку не может у себя выбить, что он участник, а как, что это за бардак такой? Почему это фонд, который помогает им в этом? Вот я сейчас видео видел о том, что фонд помог получить двум семьям справки для того, что, ну, в одном из регионов, да, для того, чтобы, соответственно, их дети могли поступить в высшее военное заведение. А я тебе могу сказать, как это все делается. Я тоже пытался свою дочку, значит, чтобы она поступила в благородных девиз, да, пансион благородных девиз при Министерстве обороны. Меня мурыжили год. А где у вас контракт? Я говорю, у меня нет контракта, я доброволец. Но у меня есть справки по ранению. И у меня есть, значит, выписка из приказа от командира подразделения о том, что я такого-то был добровольцем, получил ранение там-там, таком-то, таком-то, все. Это есть. О, это. Год промурыжили. Потом второй год. Все мы принимаем. Ага. И ее рубят на психологе. Хотя до этого в том году психолога она проходила. Понимаешь? И мы познакомились с двумя семьями еще, тоже льготниками. Один с Донбасса, значит, на семья, другая с Новосибирска, тоже участники. Их тоже детей зарубили на психологе. Понимаешь? Где фонд? Где помощь фонда? Вот тебе примеры. Это реальная жизнь. То, что проходит через меня, Паша. При том, что я не обеспечиваюсь, значит, какой-то государственной поддержкой, да, финансовой в том числе, административной. Мы сами решаем. Семья, Наталья, значит, военнослужащая в прошлом, была в том числе связисткой в Чечне в 2006 году, потом в военкомате была, супруг, подполковник, воздушно-десантных войск, прошел несколько войн, орденоносец, до СВО уволился по состоянию здоровья. Трое детей, у нее, значит, проблема со здоровьем, значит, она становится инвалидом, она бегает, вот послушай, бегает по больницам, по чинушам, обращается в Единую Россию, в Общенародный фронт там куда-то, куда-то не обращалась. Теперь он просто Народный фронт, они название изменили. Ну, бог с ними. Значит, куда-то не обращалась, ее все послали. Она обратилась к нам, мы ей помогли с операцией, помогли. Народ помог. Понимаешь? Чтобы она не осталась лежачей. В итоге у нее в спине электроды, аккумулятор, который подзаряжается. И она в состоянии ходить. Но пошел постреволюционный период. И они начали брать микрозаймы. Кредиты сначала все понабирали. Микрозаймы, чтобы выжить. И буквально на днях она обращалась к нам, да, там, Иван Александрович, помоги, там, то-то. Мы помогали. И тут она как бы исчезла на 2 месяца. Я случайно написал там, Наталья, как у тебя дела? Она говорит, я готова в петлю полететь. Я в смысле, что случилось? Она говорит, у нас
значит, сейчас свет, электричество отрубят перед зимой. Они в частном доме, в доме живут. Долг на 120 тысяч. И кредитов, микрозаймов на 1 200 000. А мы сейчас просто умрем. Муж-инвалид выбивается из сил. Заслуженнейший человек. Она ищет работу с электродами и с аккумулятором в спине. Понимаешь? Я, а ты почему ко мне не обратилась? Ее слова. Настоящая русская женщина. Добрая душа. Я, говорит, Иван Александрович, не попрошайка. Нам стыдно. Я говорю, ты что творишь? Ну-ка ко мне быстро, бегом. Она приехала, мы записали видео. Быстро, в течение суток мы покрыли всю электроэнергию. Собрал ей деньги на 3 месяца вперед за электроэнергию еще, чтобы до за декабрь месяц включительно они даже не думали об этом. Сейчас покрываем ей вот эти микрозаймы, она договаривается на всякие скидки на все это, понимаешь, чтобы с коллекторами ведем беседы. Друзья, я напоминаю, что под всеми моими роликами есть ссылка на донаты для Ивана Отраковского. Вот, поэтому, если кто-то не любит донатить блогерам, потому что мы бездельники, вот на такие благие дела копеечку стоит засылать. Паш, ты вот такие, как ты, это не бездельники. Вы доносите правду, вы делаете... Не, ну я не хочу как-то переубеждать людей. Я тоже не попрошайка, значит, я не хочу быть попрошайкой. Я понимаю. Вот. Я, если, я если кто-то так себе в голову втемяшил, пусть, пусть верит, господи. Ребята, найдутся люди, Паш, которые извините, меня поддерживают, не страшно. Паш, извините, а вот когда такие экстренные ситуации, как у ветеранов, это, конечно, жесть. Давай я перебью. Давай. То, что Павел делает, и же с ним, да, это огромный труд. Это перелопачивание огромной, соответственно, информации, поток информации, аналитика ее и правдивое донесение. Если их не будет, вам будут по ушам ездить. Они не продаются. Это ценнейшие кадры, честнейшие. Их беречь надо, их поддерживать. Понимаете? И народ должен их тоже поддерживать. А как они будут жить-то? Кто еще будет это все дело доносить? Это ценнейшие люди, независимые журналисты, а не блогеры какие-то, которые губы там показывают, там какую-то хрень делают. Вот, ну ладно, понимаешь? И мы с Божьей помощью, при помощи народа Наталье помогаем. Потом многодетная семья тоже. 6 детей, Паша, 6. Муж опять, ветеран, 3 войны, действующий. Переехали сознательно в деревню, поднимают русскую деревню, русский дух, хозяйство. Необходимо провести газ, потому что их довели до, по улице, а до дома не довели. Нужно довести газ. Вот. А потому что печку топить тяжело. Он постоянно в разъездах, а она 6 детьми попробуй там натопи, блин, протопи. Еще и хозяйство. Поросята, коровы, там гуси, утки и тому подобное. Народ помог, слава богу. Значит, провели в дом. Сейчас там дальше надо двери, окна, дымоходы, чтобы уже дали разрешение. То есть провели, а теперь разрешение. То есть, уважаемые братья, есть, значит, тема такая. Если благотворительность сделаете, пишите там, благотворительность в семье Натальи, это то, что женщина-инвалид, и, значит, семье, многодетной семье, прям многодетная семья, это многодетная семья из деревни. Все, будет понятно, кому что. Это сейчас 2 насущных у нас вопроса. Спасибо за твою деятельность, Иван Александрович. Это только маленький. Вот столько писем, звонков. Еще прошу прощения. Я хочу похвалить своих соратников. Спасибо вам, родные, что вы делаете. С регионов, да. Русскую народную дружину, командира Тавра, русской народной дружины, моего заместителя. Костю Ангела, который занимается поиском пропавших без вести и собирает документарку на фронт. Который находится тоже сейчас под преследованием оборотней в погонах. Бьемся за него. А что там происходит? Расскажи вкратце. Ну, сегодня суд у него очередной. Значит, судья молодец, говорит прямо, хочу разобраться. Вот. А остальные его топят. Потому что видно, ты знаешь, прости меня, Господи, там алкашня, реально алкашня. Ничего не помню, я бухал 3 года. Все трясутся. Женщина пришла... Говорит, да, видела, как на него кидались, там, оскорбляли его по национальному признаку, что хохол там, расхохол там на него, что его там пытались избить, то, что он говорил по свидетельству. Остальные там, прости господи, пытаются, типа, я ничего не знаю, потому что они участвовали в этом попытке его избить. 6, по-моему, 6 в квартире, понимаешь?
Вот, его пытаются утопить и потопить. А там он в форме стоит, понимаешь, как бы сидит, вернее, адвокаты. Группа поддержки в количестве там 30, 40, 50 человек по-разному бывает. Все твердые, там ребята приходят по форме, ополченцы, понимаешь. Это видно сразу, разница. И мы говорим, что там столько огрехов в этом деле, что если его признают виновным и даже делать ему условно, что недопустимо, это заказ, чтобы прикрыть жопы немалому количеству оборотней в погонах. Как в МВД... А как оборотни в погонах с этой алкашнёй-то связаны? А они решили срубить палку, походу, поначалу. А, понятно. Чтобы украли на телефон, да, что подтверждено, что этого не было. Понимаешь, а потом, когда пошло за парня, ну, 2 года он был под домашним арестом, потом пришел к нам, уступились, поднялась волна, они испугались. В общем, не того прессануть решили. Абсолютно верно. И сейчас по факту реально часть, соответственно, из них там хотела, что кого-то уже уволили. Вот, понимаешь, но остальные еще есть. И парня надо оставить. Я сказал, я пойду на крайние меры, если, не дай бог, его посадят. Мне терять нечего, я слово свое дал. Я просто предупредил. Я ведь просто знаю и вижу, что он невиновен. Форма не дает, конечно, того, что виновен человек или невиновен. Но я видел дело, я общался с адвокатами. Я, значит, давал документы с моим бывшим следакам. Он говорит, это белыми нитками все шито, бредятина полная. Это заказуха. Потому что Костю говорили, предупреждали, что мы тебя вышлем также в сторону Киева. И вот, кстати, возвращаемся к этому. И вот та же угрожали, что мы тебя отправим, депортируем. Вот так. Костя Ангел, мы с ним знакомы. Человек, который с 14 года воевал в ополчении Луганска, потерял сначала одну ногу, со временем потерял вторую ногу. Нет, это другой, это Андрей молодой. Это другой. А это Ангел. Это, значит, житель Харькова, который поднимал в 14 году ополчение местное. Был тем, кто за русский мир бился. Был взят в плен СБУ. 4 месяца его мучили, пытали, потом обменяли. Он не сдался. А теперь российские силовики ему... 4 года был в ополчении, воевал в Донбассе, в том числе у Моторолы. Его уговорили в 2017 году приехать в Россию, в Москву, поработать, отдохнуть немножко. Он отдохнул, и его сразу пристанули. Вот так. И Паш, еще хочу сказать спасибо своим соратникам, то есть у нас создано новое еще подразделение, которое проводит оперативно-розыскные мероприятия. Обратилась мать, вот, у которой пропала дочь. Несовершеннолетняя, 15-летняя, понимаешь. Полиции похрену абсолютно было, никто ее не искал. Она обратилась, просто дала помощь, говорит, ну, давайте поможем. Мы ее нашли, вернее, мои соратники, ребятки, ее быстренько нашли. И вернули матери. Понимаешь, вот чем мы занимаемся. Я благодарен своим ребятам за то, что они реально рискуют, в том числе и жизнью, и здоровьем. Провели это благое дело, воссоединили мать с дочерью. А почему ее не искал-то никто? А они говорили, она, может, сама сбежала, она там, может, там, это наркоманка, это не наши дела и не нужно. То есть, понимаешь, для чего скотская система? Если даже человек оступился, ушел из дому, связался не с той компанией, государству такое не нужно. Пусть дохнет по... логики. Вот слушай, эти... я вот а как же в новостях, найти, в новостях на днях рассказывал. Помочь. Вот, социальный не, ну слушай, подожди. Краснодар. Накрыли притон, где похищенные девочки становились рабынями, их заставляли заниматься проституцией. Как говорится, спасибо, Путин, 90-е позади. Оказывается, не настолько уж они и позади. И самое главное, вдумайся, на притон облава девочек нашли, слава богу, освободили, но все организаторы, которых держали в заложниках, удалось скрыться. Вот вы себе представьте головой. Вы врываетесь в дом, в квартиру, группа оперативная, и мужики просочились.
А таких случаев огромное количество, когда девчонок несовершеннолетних брали в диаспоры, там, азербайджанская диаспора, да, в одном из регионов России, не помню, как где, вот, значит, в секс рабства, несколько лет их насиловали. И что? Не и так давно этот случай был где-то в Поволжье, по-моему, там Самара или Волгоград, что-то такое. Я не помню уже, честно, честно скажу. Было большое, большое дело, это год назад. И тоже на виновный... Да-да-да, это где-то в Поволжье было. Да-да. Вот так, понимаешь, какое искусство? И это, я тебе уверяю, это то, что только на слуху и на виду. Подобного огромное количество. Более того, девчонок выводят и в Турцию, и далее, тайно. В России процветает секс-торговля рабынями, да, это факт. И детьми процветает. Просто скрыто. Кто-то же это крышует, крышует. А наркомания, вот эта девчонка убежала там, да, там где-то там еще молодежь нас там собирается в группы в куче, закладки эти. Это кто-то еще не знает, что ли? Знают. Кто это крышует? Скоты поганые, которые просрали свою честь, совесть, блядь. Извини, что ругаюсь. Вот наша задача. Социальное государство, чтобы все это изменить, чтобы к людям повернуться лицом, помогать им, даже тем, кто оступился, а всех, кто должен исполнять свой долг и продлить, наживаются на этом, должны понести суровейшее народное наказание по суду. Вот в чем заключается социальное справедливое государство. Когда закон на стороне света, добра, и наказывает зло. А сейчас все да наоборот. Потому что у нас одна идеология, Паша, деньги. У кого деньги, тот и прав. 100%. Да. Сила кулака, вот, сила кулака. Не правда сила, не истина, а сила кулака. Вот идеология. Дорогие друзья, высказывайтесь в комментариях. Ваша активность помогает информацию распространить. Поддерживайте деятельность Ивана Отраковского. Подписывайтесь на мой канал. Иван Александрович, до новых встреч. Павел, спасибо огромное за работу.